господа, представляю вам шестираундовый бой в легком весе до 61,2 килограмм. В синий угол ринга приглашается боец из города Ханабад, Узбекистан. Шурсатбек Мамаджонов! Ну что ж, дорогие друзья, Шерзодбек Мамаджонов против Заура Абдуллаева. Шерзодбек Мамаджонов 10 побед, 6 нокаутов, 18 поражений, 4 ничьих. Очень опытный боец. Сейчас проследует в ринг. И вот он уже в ринге. Профессионал с 2007 года, кстати говоря. Его соперника, бойца из Екатеринбурга, Заур Абдуллаев. Ну а его соперником сегодня будет Заур Абдуллаев. Возраст бойца 23 года, его рост составляет 175 сантиметров. И надо отметить, что достаточно такой высокий Заур Абдуллаев именно для своей весовой категории. Мы видели его два боя. В двух боях он одержал победы. В одной из них досрочно нокаутировал своего соперника. Случилось это у него в дебюте, который случился у него в городе Березовске. В городе Березовске, да, и произошло это в марте 2017 года. И это третий у него поединок в этом году. Да, предыдущий бой он провел в Первоуральске. В марте выходил дважды в ринг Заур Абдуллаев. Да, но у него первый бой тогда прошел очень быстро. 4 марта он быстро завершил свой поединок в первом раунде, нокаутировал своего соперника и принял его в штаб, видимо, еще провести один бой в этом же месяце. Ну, в принципе, это нормально для боксера, который дебютировал только в этом году. Американские профессионалы так вообще каждую неделю выступали. Ему 29 лет. Рост 164 сантиметра. Провел на профессиональном ринге 32 боя. Шерзодбек Мамаджонов. Его соперник в красном углу. Боец из города Екатеринбург, Россия. Ему 23 года. Рост 175 сантиметров. Профессиональный рекорд. Два боя. Две победы, одна победа нокаутом. Заур Абдуллаев. Рефери в ринге Ирокли Малазоне. Ну что ж, бойцы представлены. Команде стоп, все действия прекращаете. По шагу назад внимательно слушайте меня. Пожмите руки по углам. Заур Абдуллаев против Шерзодбека Мамаджонова. У Шерзодбека из 18 поражений лишь 7 досрочных. Боксировал в свое время с такими людьми, как... Первый раунд! Иса Чиниев, Павел Маликов, Сослан Тедеев, Валерий Третьяков. Шерзодбек Мамаджонов. В общем, он такой крепкий джорнимен, чья специализация – это проверка на профпригодность как раз-таки небитых боксеров, таких как Заур Абдуллаев. Ощущение такое, да, коллега, что из разных весовых категорий эти Да, абсолютно верно. Боксеры. Видно, насколько суше, но и превосходит своего соперника в росте Заур Абдуллаев. И посмотрите, как несколько раз острым таким джебом попадает сейчас Заур. Очень внимателен, четко, хорошо в нужный момент защищается. Опять хороший джеб от Заура Абдуллаева. Ну вот дает Заур Абдуллаев, кстати, продемонстрировать себя и Шерзодбеку Мамаджонову. Пока так взял паузу такую серьезную. Все видит Заур Абдуллаев, вовремя защищается, перекрывается. И я думаю, он этими такими отдачей инициативы как раз таки провоцирует соперника на атаку, где он и может хорошо вовремя встретить. Первый шестираундовый бой в карьере Заура Абдуллаева.
Да, в предыдущем бою он как раз-таки отбоксировал 4 раунда. У него был 4-раундовый бой, который прошел всю дистанцию. Ну, Заур Абдуллаев является боксером РМК Boxing Promotions. И, соответственно, решили в компании, что пора выходить на 6-раундовые бои Зауру. И вот с такими очень опытными соперниками, как Шерзадбек Мамадьонов. Да, конечно, плечи очень мощные у Заура Абдуллаева. Да, я думаю, что со временем, возможно, Заур пойдет в другую весовую категорию, но пока сегодня ему нужно решать вот ту проблему, которая находится перед ним сейчас в ринге. Да, проблему зовут Шерзадбек Мамадьонов. Да. И проблема еще и бьет руками. Хороший удар в туловище от Заура, очень острый, хлесткий. Очень уверенно действует в ринге Заур Абдуллаев. Заур Абдуллаев очень грамотно пользуется джебом. Вот хорошо сейчас подключил к джебу боковые. И мы видим, да, что позволяет ему, в принципе, готовить атаки Шерзадбек Мамадьонов. Так порой узбекский боец пережидает. Ну что ж, первый раунд позади. Давайте послушаем угол. И это будет угол Заура Абдуллаева. Не помогли. Не будешь Второй раунд. Заур Абдуллаев против Шерзадбека Мамадьонова. Легкий вес, весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. В атаке Заур Абдуллаев. Он в черно-белых трусах, выше ростом, в красных перчатках. Поражений не имеет. Настроение, наверное, хорошее у него. Сосредоточен исключительно на боксе в данную секунду. Хорошая двойка, да. Корпус и тут же перевод правым прямым в голову от Заура. Подключил во втором раунде удары по туловищу Заура Абдуллаев. Очень хорошо защищается корпусом постоянно то в одну, то в другую сторону Шерзадбек. И поэтому, тут, видимо, начал работать через корпус Заур Абдуллаев. Очень громко и по делу подсказывает Зауру Абдуллаеву его тренер, легендарный Николай Попов. Николай Попов, да. Корпус не забывай. Забыл про корпус. Опа! Хороший удар. Похоже на нокдаун, хотя, может быть, там была и потеря равновесия. Но звоночек уже прозвенел, на мой взгляд. Бокс. После правой, левой, боковой сразу идут. Так. Руки на место. Он вышел из клинча с ударом Заур Абдуллаев. Хорош, по корпусу. Делаешь на руки, боковой, левый. Вот здесь промахнулся. Ох, еще один попадание. Поражение крюка. Хорошо так зацепил левым крюком Абдуллаев Мамадьонова. Причем до этого мы слышали, что именно это подсказывали Зауру как из угла. И тут же он это сделал, и его удар достиг цели. Снизу правый. Очень точно попадание во втором раунде у Заура Абдуллаева. Складывается такое впечатление, что он потихонечку начинает подбирать ключ к защите своего соперника. Да, на мой взгляд, он контролирует поединок.
Он однозначно контролирует поединок. Ну и то есть здесь, наверное... При этом, да, он вроде бы... Ну вот хорошая серия, кстати, от Заура. До этого он особо не работал серийно. Шарзатек меняет стойки. Ну, поможет ли ему, да. А хорошо защищается в разменах. А Заур Абдуллаев, я хочу отметить. И что вот самое интересное, защищается после этого контратакой. Да, это хорошее качество. Вот, по-моему, второй раунд уже был таким благоприятным для Заура. Может быть, он с собой доволен. Да, появились предпосылки того, что находит, подбирает потихоньку ключик Заур Абдуллаев в защите Шерзадбека Мадженова. Но еще есть дистанция, есть раунды. Давайте послушаем угол Заура Абдуллаева. И прицеливаю, он начинает подсаживать. Он начинает подсаживать. И сейчас потихонечку вот так, уже по трюм, да. Раз, два, там три, понял? Смотри, раз, два, провалил, там вот он сюда снизу. Он начинает уже раз, он начинает держать. Не надо борьбу. Где-то он тебя скрутил, руки здесь. Потихоньку бей по плечам, бей по плечам, бей сюда. Итак, раунд номер 3 из 6 запланированных. Заур Абдуллаев против Шерзадбека Мадженова. Вы слышали, что в перерыве больше требует серийной работы от Заура Абдуллаева. Пошел, опа! Это Ираклий Малазуния посчитал, что не было нокдауна. Была потеря равновесия. Была потеря равновесия. Мадженов пытается сократить дистанцию. Ну, ему надо, потому что на дальней дистанции Абдуллаев его перестреливает. Да, причем начинает его так расстреливать. Хороший джеб, и тут же правый прямой. От Заура. И мы видим, что клинчует, спасается от клинча Шерзадбек Мамаджонов. Достигла серия цели, на мой взгляд. Вот здесь бы перевести на корпус Абдуллаева. Вот, хорошо, через руку тут же подхватил. Это уже похоже на нокдаун. Стоп! Поворачивайся спиной, нельзя. Бокс! Нужно продолжать Зауру серийную работу. Нащупал Заур свою дистанцию. Да. И предыдущая атака, мне кажется, потрясом Шерзадбека Мамаджонова. Но если, я думаю, что если бы не канаты, Шерзадбек, наверное, упал бы. Вполне возможно. Снова попадание от Заура. Единственное, что да, там опасно. Опасно контратаковал одним ударом. Хорошее попадание. Пропустил гораздо больше. Он начинает, по-моему, уже просто спасаться, Шерзадбек. Такое ощущение складывается. И видно, что он растерян и не знает, что делать. Неплохо сейчас ушел, кстати, головой. Все видит Заур, да, показывает. Очень, я бы сказал, очень зрело работает и хладнокровно. Быстро. Почему бы не поработать зрело и хладнокровно, когда ты соперника превосходишь в габаритах, и ты точнее. Требует удары по туловищу от Заура. 5-7 ударов. Но здесь уже так... Плотно ложатся цель снаряды Заура Абдуллаева. Он нащупал свою дистанцию. Прекрасно работает, когда на той дистанции, когда выходит на нее, и он жестко уже начинает наносить удары. Хорошее попадание. И прекрасная двойка от Заура Абдуллаева. Подгон. Хороший раунд для Заура, начинает постепенно наращивать преимущество. Если во втором раунде складывалось ощущение, что он отбирал ключик, то сейчас в третьем становится четко ясным, что он... И мы видим угол... Отказ. Шерзадбек Мамаджонов сам принял решение, что он не хочет продолжать этот поединок.
Ну, все шло к тому, чтобы бой мог завершиться досрочно. Но решили поберечь здоровье, видимо. Да. Слишком много ударов пропустил Шерзодбек Мамадзоров в третьем раунде. Как говорят, как говорили раньше в любительском боксе, так за явным преимуществом выигрывал Заур Абдуллаев. Он на самом деле пропускал очень мало. Вот сейчас на повторе видно, что начал расстреливать уже Заур Абдуллаев. Причем почувствовал он свою дистанцию. Ну а мы ждем официального объявления победителей в этом поединке. В поединке только один победитель, как правило. Это Заур Абдуллаев. Да, официального объявления победителя. У нас были ничьи сегодня, конечно, две. В случае ничьих там неизвестно, кто выиграл еще, кто себя чувствует победителем. Ну, в данном случае все очень очевидно. И уважаемые дамы и господа, послушаем нашего чудесного результата в сильном угла. Победу техническим нокаутом в четвертом раунде одержал Заур Абдуллаев. Ну что ж, мы поздравляем Заура Абдуллаева с хорошей, яркой, заслуженной победой. Уважение его сопернику Шерзодбеку Мамаджонову. И я думаю, что еще не раз мы Заура Абдуллаева увидим в ринге и увидим в интересных поединках.